Особое мнение на 101 FM. 13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я говорю снова здравствуйте нашим слушателям. Приветствую гостя в студии Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Так, и я сразу же напоминаю нашим слушателям, что вопросы гостю можно задавать через форму анонса на нашем сайте. Вопрос уже есть, об этом чуть-чуть попозже. Вот. А с Юрием Львовичем мы начнем сегодняшнюю программу. Мы начнем сначала с фразы. Я про нее забываю. Успокоит, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным мнением. Все. Ну и также и редакции, наверное, «Эхо Москвы». Совершенно верно, да. Ну и мы в прямом эфире, так что редакция это в некотором смысле застрахована. Тут, да. Если что, больше вы подставляетесь, конечно. Да? Вот, поэтому да, это все является оценочным суждением. Да. Оценочным суждением. Хорошо. Начнем мы с вами, Юрий Львович, с оптимизации структуры городской администрации. Информация в широкое поле, так скажем, вышла накануне. Я так понимаю, что на ближайшем заседании городской думы планируется новую структуру администрации утвердить. Вот, давайте мы просто понятным людям языком объясним, что меняется. Значит, я тогда процитирую отдельные фрагменты пояснительной записки, которую направил в адрес городской думы глава администрации. Илья Шульгин. Да, и буду разъяснять. По его инициативе это происходит. Да, конечно, да. Так. Значит, какие будут изменения? Вместо первого заместителя главы администрации города Кирова вопросы организационного, кадрового и протокольного обеспечения деятельности администрации города Кирова, противодействия коррупции, организации работы с обращением граждан будет координировать заместитель главы администрации. Просто заместитель. Да, не просто первый. Заместитель. Это будет госпожа Щеголева. Ирина Геннадьевна, да. По-моему, да? Угу. Значит, вместо заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства вводится штатная единица первого заместителя главы администрации. На первого заместителя главы администрации дополнительно возлагаются вопросы курирования работы заместителя главы администрации города Кирова по инвестициям. Это будет новая должность у нас. Это вообще новое направление работы? Да, совершенно новое. Нет, этого не было никогда. Этого не было никогда. Так. Да, и заместитель главы администрации города по вопросам строительства и градостроительства. Но у нас был заместитель, который строительный отрасль курирует. Да, он сейчас есть, остается. Да, Роман Морозов. Да, угу. Роман он Морозов. Остается. Да, он остается. В целях более эффективного взаимодействия объединяются два отраслевых органа администрации Кирова. Это управление жилищно-коммунального хозяйства и управление благоустройства и транспорта в один отраслевой орган. Он будет называться Департамент городского хозяйства. Угу. То есть он укрупняется, можно так сказать. Он укрупняется, да. Кто будет руководить? Известно ли пока уже? Пока еще это не объявлялось. Так, но на Гордуме вам расскажут. Да, нам вам будет всех, более подробно. Всех представят. Конечно. Угу. Значит, два отраслевых органа администрации – это управление делопроизводства и архива и управление организацией работы и взаимодействия с общественными объединениями в один отраслевой орган будет называться Департамент организационной работы и делопроизводства. Это, тоже будет укрупнение. В ее подчинении. Угу. Да. Так. Отдел сельского хозяйства присоединяется к управлению развития предпринимательства и потребительского рынка в качестве его структурного подразделения. Мне вообще его назначение, честно сказать, не очень понятно. Но так как у нас все же дотации сельскому хозяйству, городскому, существуют. Значит, городскому вопросы... сельскому хозяйству. Да. Это какая-то просто вот такая странная какая-то. Нет, у нас есть сельское хозяйство в городе. В муниципальном образовании город Киров. Да. Ну да, у нас есть понятно. У нас же расширилась вокруг. Территория. Да, территория. Совершенно верно. Да. Координацию работы и осуществление которой за деятельность отдела информационной работы будет осуществлять глава администрации города. Напрямую, сами люди. А, напрямую, фактически. Да. То есть пресс-служба получается, вот пресс-служба городской администрации в подчинении главы администрации. А раньше было не так. Раньше было не так. Угу. Должность заместителя главы администрации и начальника департамента образования объединяется в одну должность. Заместитель главы администрации, начальник департамента образования. То есть вот весь социальный блок. Давайте сейчас мы социальный блок будет входить. Угу. Департамент образования, руководитель его будет заместителем главы администрации. Вчера на эту должность был назначен Александр Измайлов. Измайлов, да. Бывший заместитель и бывший министр образования Кировской области. Да. Вместо... Не вместо. Не вместо. Ну, не подождите. Место. Вот да. Заместителем все-таки была Светлана Витальевна Шумайлова, которая возглавила социальный космический блок центр. Угу. Сейчас это будет Александр Измайлов. Угу. Он параллельно будет... Туда входит управление по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Управление опеки и попечительства и управление культуры. Это вот все будет. Все вместе? Да. Нет, ну это отдельные департаменты, управления будут. Управление, извините. Но руководить всем будет Александр Измайлов. Он же будет руководить образованием. Да, совершенно верно, да. Отдельно блок, заместитель главы администрации Кашкарев, который возглавлять будет Сергей Игоревич, туда входит департамент финансов, управление муниципальных закупок и экономическое управление. Угу. Вот такая. Финансы все вместе. Да. Новый заместитель главы города по инвестициям так неизвестен, но в его подчинении еще будет находиться департамент муниципальной собственности. Вот Илья Вячеславович вчера очень обратил внимание на работу МУПов и акционерных обществ, которые находятся в ведении городской власти. Угу. Был он очень удивлен для себя и поражен тем, что на 1 января 2018 года ни одно акционерное общество не сформировало бюджеты. Угу. Ну, это вообще нонсенс. Акционерное общество, не имеющее бюджета, это, сами понимаете, говорит о уровне компетентности руководителей и их исполнительской дисциплины. Так, а что с ними будет? Я думаю, что в ближайшее время... МУПы-то кому подчиняться будут? Как раз вот заместителю по инвестициям? Да. Нет, это нет? Будет... Это будет... Это от принадлежности каждого МУПа будет зависеть. Да, конечно. Но в основном они все будут Ященко этому подчиняться. То я думаю, что в акционерных обществах все же грядут изменения. Я не знаю, это будут местные наши товарищи или кого-то будут приглашать в более высокой компетенции. Но то, что изменения там будут проходить, мне кажется, это... Вчера дали понять. Нет, никто еще не давал. Ага. Ну, в принципе, были некие... Ну, раз было недовольство, вы говорите. Да, недовольство. Но понятно, что надо же как-то ситуацию выводить из такого тупика. Они должны приносить прибыль, потому что у нас есть очень новая программа, которая будет требовать софинансирования. Это решение вопросов в Москве о строительстве 6 детских садиков. 18-19 год. И там будет софинансирование, которое будет складываться из софинансирования федерального, области и города. И вот ту часть, которая город, надо же находить эти деньги. Их же сейчас в бюджете пока нет. Надо предусматривать их на 2019 год, по крайней мере. И я думаю, что вот эти акционерные общества, которые будут приведены в надлежащие... А успеют их привести за год? Даже меньше? При желании можно сделать, наверное, все. Можно успеть. Хорошо, Юрий Львович, ваша оценка. Вот, во-первых, по кадровому составу, если мы говорим о реструктуризации структуры городской власти, насколько в процентном соотношении люди остались прежние и насколько вот новых придет? Ну, новых. Обновление, сколько процентов? Небольшой процент, на самом деле. Мы пока видим всего... две должности, на которых пройдут изменения. Я понятно, что внутри подразделения наверняка изменения по численности в связи с изменением задач будут меняться. Где-то будет уменьшаться, а где-то будет прибавляться. Но общая численность, как Илья Вячеславович говорил, она не вырастет. Общая численность чиновников. Чиновников, всех. Да, всех. Так, да. Теперь, что касается заместителей. Заместителей становится больше у или нас меньше? Нет, на одного прибавилось, это вот заместитель по инвестициям. Новый человек, да. Чье имя вы пока не называете. А вы его знаете? Я его не знаю, поэтому не могу называть. То есть вам прямо вот на гордуме представят человека? Или пока еще может быть может, его нет? Еще не на этой думе представят. Понятно. Неизвестно. А он будет назначаться как-то вот через конкурс? Или? Нет, или... эта должность не назначается. Понятно. То есть через думу проходит только первый заместитель. Города. То есть его предлагает глава администрации? Да, и утверждает. Угу. Понятно. Ну, я думаю, что на комитетах нас познакомят, конечно, на комиссиях, имею в виду. Угу. Но это прерогатива главы администрации. Хорошо. Теперь скажите мне, пожалуйста, а зачем вот это все делается? Вот честно, вот эти вот движения от одного заместителя к другому, какое-то переподчинение ведомства. Понятно, чтобы повысить управляемость и эффективность работы чиновников. Другой цели в этом не может быть. А вы думаете, да? Может, просто вид вот сделать, что пытаемся повысить эффективность и управляемость? Я думаю, что Илья Вячеславович не относится к той категории людей, которые работают на пиар. Угу. Вот с теми вопросами, с которыми я сталкивался, вижу, что он, так как настоящий предприниматель, решает и организатор производства вопросы, лишь бы он не устал это делать, не потерял... Настроен задор, на это, да, задор, потому что не потерял. Видно, что это нелегко все делать. И... Потому что болото засасывает, Юрий Львович. Но мы же боремся с этим болотом. Конечно. Пытаемся, всеми силами. Мере, да. И я очень надеюсь, что это получится.
По крайней мере, верю в это, что должно получиться. Система будет работать более эффективно, ну и надо полагать, ну да, потому что уровень работы некоторых акционерных обществ и МУПов, он просто... Возмутительно. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы выслушиваем его особое мнение и вернемся к этому через полминуты. Особое мнение на 101 FM. Мы продолжаем. В нашей студии Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, по-прежнему тоже в студии нахожусь. Мы переходим ко второй теме. Тема тоже связанная с деятельностью горадминистрации, деятельностью гордумы и напрямую с нашим гостем. Потому что касается, да, его избирательного 14-го округа, мы будем говорить о подготовке города к половодью. Что происходит в вашем округе? Вам повезло в этом смысле, да? Да, мне всегда везет. Я привык к этому, что мне всегда везет. Значит, вчера... под руководством главного федерального инспектора по местам затопления проехала комиссия, в которую входил руководитель МЧС, глава администрации города, ну и другие службы, которые принимают непосредственное участие в предотвращении тех последствий, которые может принести возможность. Я так понимаю, что результатами подготовки комиссии это была удовлетворена, потому что наплавные тротуары в нужных местах уже сейчас есть. Так, давайте скажем. Места временного расселения проверены и существуют. Временное расселение для тех людей, чьи районы затоплены будут, да. И кого надо будет эвакуировать, дай бог. Так. Но ожидается, по прогнозам специалистов, половодье ниже, чем в прошлом году. То есть место подтопления будет намного меньше. Ну, так надеются, по крайней мере. Но если что-то произойдет, то службы города, МЧС готовы предпринять все меры для того, чтобы минимизировать те потери, которые могут произойти. Угу. Хорошо. Ну, вот примерно мы можем спрогнозировать, в какое время будет пик? Вот пик. Это где-то на следующей неделе, я так понимаю. Нет, похоже, на следующей неделе никакого еще пика нет. Не будет, потому что на следующей неделе у нас ожидается похолодание. Ну, не до минуса ведь. До минусов. До минуса? До минусов, да. Ночное время до минусов. По крайней мере, до середины, если не до конца следующей недели, у нас ночные температуры будут в минусе. Угу. То есть и на майские праздники нас ждет? Ну, может быть, если будут дожди. Кого-то авральная работа, да, а кого-то... Но... По прогнозам того, что было там позапрошлом году, не ожидается. Есть, конечно, места, которые, понятно, что будут подтоплены. Ну, то есть Вересники, да. Дымково, там понятно. Да. Всегда есть. Ну, не все, во-первых, в меньшем объеме, намного меньше. Но вот такие положительные прогнозы пока существуют. Ага, отлично. Тут вот есть еще одна хорошая положительная новость, которая поступила к нам вчера. Мы сегодня в дневном развороте со Светланой Занько к этой теме обращались. Было заседание рабочей группы в Общественной палате. Рабочая группа по... С длинным названием. Да, с длинным названием. По контролю за ремонтом и содержанием дорог, если коротко. Да. Решался вопрос содержания и уборки города и дорог городских, и тротуаров в летний период. Не решался, а... Обсуждался, да. Юрий Львович. Вы принимали, да, в этом участие. По итогам обсуждения было принято решение о том, что в городе заработает горячая линия, куда можно будет, да, позвонить и пожаловаться на то, что происходит в процессе уборки, а происходит на самом деле не самая веселая картина. Да. Мы помним, Светлана Занько на прошлой неделе выложила видеозапись у себя в Фейсбуке о вот этих вот пыльных совершенно бурях. Ну и не только Светлана Занько выкладывала. Да, потом и параллельно подключилось еще большое количество горожан. Я бы вот хотел, да, всем этим господам, которые выкладывают, ну те, которые фиксируют активистам, да, посоветовать подойти к водителю машины или там технического средства, которое это нарушает, и потребовать остановить это безобразие. У меня, по крайней мере, это получалось. Юрий Львович, во-первых, вы лицо представительное. Бьют и по представительному лицу. Вы лицо знакомое многим, скорее всего. Люди понимают, что вот вы тут подошли не просто так, значит, а начальник получается, да? А вот я, например, подойду и скажу: так, товарищ, а ну-ка прекрати. Он мне скажет: да, чё? Не факт, вы попробуйте. Попробуйте. Я, бывает, подхожу там, гуляю утром в спортивном костюме, не на галстуке, и в пиджаке, как говорится, да, без шляпы. И все равно реагируют. Реагируют, да.
Ну, вы просто вот... Некоторые, правда, реагируют так, что в это время прекращает, потом продолжает, да. Но если ты уже повторно обратишься, то обычно это все прекращается. Хорошо, мы призывали общественную палату, и я думаю, что вы, как член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, тоже, может быть, обратите это их внимание, да, как можно шире все-таки распространить вот этот номер телефона, на который можно жаловаться, 38 14 77. Баннер, пожалуйста, сделайте на сайте общественной палаты, мы с большим удовольствием им поделимся. И я думаю, что это сделаем не только мы, но и наши коллеги из других СМИ, да, обязательно это сделают. Конечно, давайте как-то вот вместе попытаемся эту проблему победить. На самом деле... Я хочу сказать, что вот пример прошлого года, когда мы разместили информацию о качестве ремонта дорог, и дали там телефоны и сайты, куда можно обратиться. Куда жаловаться. Да, почту электронную. То количество людей, которые на это откликнулись, было огромное просто. Но это была большая такая информационная работа, на самом деле, была проведена. Ну, я очень надеюсь, да, что общественная палата ведь опытом прошлого года как раз может воспользоваться в этом смысле, да, мы готовы работать вместе. Ну, я думаю, что, во-первых, будет, как руководитель ДДХ сказал, другой подход к этой уборке, и он будет его требовать, о том, что сначала будет проходить уже ручная уборка той песчаной смеси, которая... Сначала песочек сметут, условно говоря. Да, уберут, да. Потом его смочат. Ну, и да, потом будут проводить влажную уборку. Любой домохозяйке это слово знакомо. Юрий Львович, вот после того, как было сказано руководителем ДДХ о том, что все должно быть так, сразу же после этого появились видео, да, по-моему, Багира Шарифова о том, что все происходит по-прежнему. Вот, потому что нет, как я это заметил еще, когда в летний период мы контролировали ремонт дорог, не существует линейный контроль. То есть мастера... участка, будем говорить, за которыми закреплены определенные территории. Период уборки практически всегда отсутствует. Я не знаю, какими кабинетами они там владеют и что их так отвлекает. Но вот сколько я убеждался и по уборке города, и по ремонту, увидеть там мастера в период проведения работы, это вот какое-то чудо. А может, они прячутся? Может, их недостаточно, может, их или их вообще отсутствует. То есть вы думаете, они бегают по участкам, у них несколько они объектов. Они не бегают, я думаю, что вот если бы они бегали, тогда бы вот этих безобразий не происходило. Все же, когда идет контроль за работой исполнителей, ну, они стараются все же как-то выполнять те требования, которые... Но при отсутствии контроля... Ну, мы каждому прибирающемуся подрядчику, Юрий Львович, мы не приставим ведь контролирующего товарища, понимаете? Но контролирующие, они сами себя должны внутри подразделения контролировать, вот с этого начать. А контролировать их будут сейчас еженедельно, чего раньше не было, и оценки будут выставляться еженедельно. То есть минимально 4 раза в месяц представители контроля с ДДХ будут проверять качество уборки на тех территориях, в которых выполняется государственный заказ. Качество уборки уже готовое или в процессе? Нет, я думаю, что готовое, конечно. Угу. То есть вот этих вот туч, которые, не дай бог, могут появиться, проверяющие могут и не заметить, потому что тучи-то осядут уже к моменту принятия результата работы. Угу. То есть больше все-таки результат будут контролировать, нежели сам процесс. Да, конечно, потому что на основании результата выставляется оценка, соответственно, происходит оплата. Ну вот это не очень хорошо, на самом деле. Хотелось бы, чтобы процесс тоже контролировали. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы продолжаем. Еще одна городская тема, о которой все-таки хотелось бы мне поговорить, это проверки, идущие сейчас, завершающиеся проверки торговых центров на предмет их безопасности. Насколько я понимаю, речь идет не только о торговых центрах, но и о других объектах с массовым пребыванием людей. Я бы хотел по этой теме высказаться, наверное, скорее всего, в следующий раз, потому что мы на очередное заседание городской думы представителей МЧС и проверяющих органов пригласили. На очередное, чтобы... это вот здесь, которое будет. Ну, в этом месяце. Давайте слушателям напомним, какого числа. 20, забыл. В среду. Да. Не в эту среду. Не в эту среду, через среду, через получается. Среду, да. И вот после этого 25-го. Я смогу более подробно рассказать о том, что происходит в этой части в нашем городе. А так как я не владею официальной информацией, то я, ну, не сторонник обсуждать того, чем не владеешь официально. Ну хорошо, владельцы торговых центров на вас, как на депутаты городской думы, не выходили, не советовались, не спрашивали? Конечно. Может быть, вы знаете кого-то там, да, кто может рекомендации какие-то дать? Ну это не вопросы нашей компетенции, поэтому... Я понимаю.
Хорошо, Юрий Львович. Ладно, в следующий раз. Не в теме. После заседания. Хорошо. Да. Вот. Тогда мы, наверное, сейчас с вами сбегаем быстренько на рекламу. У нас 2 минуты и вернемся. Особое мнение на 101 FM. Возвращаемся в эфир. В нашей студии по-прежнему Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Мы переходим к следующим темам. Хотела я у вас спросить все-таки по итогам вчерашней истории, ну, фактически у наших соседей, да, близко очень к нам Башкирия, инцидент в школе Стерлитамака, где ученик с ножом напал на одноклассников учителя информатики, пострадавшие сейчас в больнице. Их состояние удовлетворительное, оценивается как средней тяжести. 2 девочки и мальчик остаются в реанимации, и учительница. Ну, вот, собственно говоря, значит, по итогам школьник был задержан, напомню, да, 17-летний молодой человек, в отношении него возбуждено уголовное дело. Да, он, кстати, себя тоже ранил и поджег, насколько я помню, да. Вот. Также возбуждено дело о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Вот так вот. Ну, я что хотел бы отметить. Не первый случай, к сожалению. Не первый случай. Я так понимаю, что есть такое, существует понятие эффект Вертера. Это синдром Вертера называется, когда массовая волна подражающих самоубийств совершается после самоубийства, которое публично и широко освещалось на телевидении или в СМИ. Вот я вообще сам сторонник того, чтобы вся информация Юрий Львович, попадала по-русски в СМИ. Это называется «дурной пример заразителен». Да, совершенно верно, да. И вот эти, мы насмотревшись того, что происходит, нам же широко показывают на экранах телевидения о том, что происходит в недружественной Америке. И вот эти дурачки, проживающие на территории Российской Федерации, где, слава богу, нет свободного доступа к огнестрельному оружию. Да, они становятся такими подражателями. Угу. И вот это приводит вот к таким действиям, которые произошли, наверное, в Башкирии и в ряде других мест. Башкирия, Пермь, да. Надо еще отметить один, регионов, значит, это отнести к положительным результатам, вот это вчерашнего увидено, о том, что как во время пожара сработала все же пожарная сигнализация. То есть, значит, там уделяют внимание, и мы можем понимать, они, что в школах они уже Башкирии, переоборудовали после, да, Кемерово. В школах Башкирии все сработало. Но у меня другое очень Юрий удивляет, Львович, что так. Этот школьник систематически был поклонником Колумбайна, постил агрессивные видосы всякие, переписывался и предупреждал о том, что желает как много больше убить людей. У него там даже вот звучало, я отметил фразы: «Я уже подготовился, я заберу с собой людей, я хочу видеть крики, слезы, страх». Хотя бы и ненавижу общество, школа 2 года меня добила, моя ненависть просто так не утихнет. В это время, когда надо заниматься нашим службам специальным, поиском вот таких идиотов, ну, он еще и больной на самом-то деле человек. Ну, давайте не так. Он все-таки ученик коррекционной школы. Коррекционный, да? человек, у которого может быть, есть какие-то... То и он делает это публичные заявления, при том мониторинге, который проводит наши службы, но это не увидеть, это было. Ну, видать, Телеграм сильно всех отвлек вот в последнее время. Ну, собственно, поэтому, видимо, и возбуждено дело о халатности. Ну, скорее всего, да. Потому что Телеграм — это очень такая штука, которая отвлекает у нас все службы. Роскомнадзор, да, и все остальные. Хотя все забывают такую, я не знаю, поговорку или высказывание. В английской армии есть высказывание капрала: если ты не знаешь, что ты не можешь выполнить приказ, то его не надо отдавать. И мы в этом прекрасно убедились, о том, что распоряжение блокировки практически, ну, не то, что практически, оно не работает. Не, да, работает. Шел четвертый день блокировки Telegram в России. Вы пользуетесь, насколько я понимаю, да? Я отслеживаю, как выполняется, как выполняется судебное решение по блокировке Telegram. И как? Не выполняется, могу сказать. У вас Telegram работает? У меня работает. У вас работает. Вы ходите как-то вот обходными путями или у вас прям вот... Нет, и так работает. Прекрасно работает. Я пробовал и так, он работает и без всяких, и без прокси-сервера, и без VPN работает. Просто не всегда, но работает. Но заблокирован с понедельника, но работает. Да. Не работает другой, Юрий. Не работает другой. Я вчера там на ленте новостей увидел такие, ну, для меня... Не коснулось меня, конечно, но вот когда пишут о том, что там 3D-томограф, или я не помню точно, в зубных клиниках зарубежного производства не работают, потому что система не дает проверить лицензию на их использование. Люди, соответственно, не получают. Система «Умный дом» во многих местах отказали. Но это вообще страшная штука, потому что там же это касается
электроэнергии, тепла, газового работающих, да, газового отопления, ну и много другого, да, безопасности в том числе. Она просто блокируется. Перестала работать. Да, на днях, я не помню, то ли в Домодедово, то ли во Внуково в ручном режиме, значит, списки сверяли в связи с тем, что произошла блокировка системы регистрации. У банков отдельных, да. Угу. То есть мы там эти миллионы IP заблокировали. Ну, я думаю, что это только приведет к тому, что мы научимся, там, к году 20-му мы получим хороший фаервол, как в Китае, и будет у нас внутренний интернет. И тогда можно блокировать и Телеграм, и все остальное. Подождите, ой, не надо. Вот до 20-го года еще долго. До 20-го года как минимум полтора года еще. Это же технически не так подождите, легко. Подождите, Юрий Львович, давайте все-таки вот поближе. Опыта что, надо набираться. Что будет сейчас происходить? То есть, ну вот 4 дня прошло с дня блокировки Телеграма, и Телеграм работает. Я думаю, что если это не будировать в средствах массовой информации, то оно так и... Ну, как есть, так и все будет, забудут да. о том, конечно, что Телеграм работает. Мы же сами с вами знаем. Любую информацию, если ее 2 недели не трогать, она сама по себе умрет и безвозвратно практически. Есть такие исследования. Любую информацию, как вот если 2 недели ее не трогать, она умирает. Подождите, а вы думаете, Роскомнадзор не будет каким-то образом будировать вот эту тему, да? И как-то все-таки настаивать, ну, ему на то, не что очень выгодно Телеграм ее... перестал работать? Не очень выгодно им будировать, так как они... У них не получилось справиться с задачей, которая не очень компетентными техническими специалистами они выглядят, ну, не по-вашему. Не знаю, как это уж там происходило. Но есть же вещи, которые технически решать на определенном высоком уровне, и специалисты должны для этого быть. Ну вот не получилось. Вот у китайцев получилось, у нас нет. Нет, вот все-таки меня китайский пример, вот вы что хотите, говорите, он меня не вдохновляет, извините. Ну, я меня бы тоже не вдохновляет. Я бы не хотела внутренний интернет. Но надо быть готовым и к такому. Да, и как же мы жить будем тогда? Мы же жили до этого и будем опять жить. Без интернета? Ну, с внутренним интернетом. Нет, у нас будет поисковая система «Спутник», на которую миллиарды рублей потратили, но она как-то так не очень эффективно. Все почему-то Гуглом пользуются, ну, да. Яндексом, да. Ну, нет, я понимаю, что кто-то на этом, конечно, заработает, да, и кому-то будет от этого хорошо, но мне почему-то кажется, что большей массе людей все-таки будет плохо. Ну, у нас же пользователей меньше, чем в Иране, на самом деле, в Телеграме. Если в Иране там порядка более 40 миллионов пользователей, то в Российской Федерации 13 или 15 миллионов всего пользователей. Телеграм, правда, это такая... 7%, по-моему, да, Дуров называл цифру. Активная часть количества населения, в том числе правительственные чиновники, там, многие депутаты разных сотрудники видов. Сотрудники Роскомнадзора? Ну да, конечно. В том числе. Это да. Так, ну, все... он хорошо работает. Работал, по крайней мере, хорошо. Ну, было пользоваться удобно. Я все-таки надеюсь, что, может быть, он продолжит работать. Ну, я замечал работать. То, что информация в новостных лентах там опережала новостные сайты интернет-сайтов, причем значительно опережала. То есть традиционные СМИ. Традиционные да. СМИ это называют. Если интернет-сайты мы уже считаем традиционными СМИ, то ну, хорошо, хорошо. Пусть это будут не традиционные СМИ, это будут сайты, а Телеграм это еще круче, еще быстрее. Я все-таки, Юрий Львович, знаете, переживаю о встроенности России в глобальную мировую, так скажем так, экономику, систему, в том числе там и жизнь какую-то, и туристическую, да? Ну да. Вот. И хотела вас, как человек, который довольно часто путешествует, попросить прокомментировать историю с ростом цен на авиабилеты, ростом цен на туры и прочее. Здесь немножко ситуация, вот в моем понимании, не такая. Давайте так. Это началось все истерически. Да. На этой волне, при том сокращении реального турпотока, наши доблестные туроператоры и все остальные хотят на этом заработать воспользовались ситуацией. Я приведу пример. Вот мне, к сожалению, в прошлом году не удалось это сделать. Я начал мониторить билеты... намного заранее, в одной из стран Европы. Угу. Если это в январе, это в декабре. Намного заранее, это задолго до вот, сезона сейчас. Ну, до это не менее 7-8 месяцев я начинаю заниматься таким то вопросом. То есть за полгода минимум. Да. То я в абсолютных цифрах приведу пример. Там билет стоил туда и обратно от 19 до 20 тысяч рублей. Угу. То на дату, за неделю до даты вылета, которую я как бы планировал, в одной авиакомпании этот билет самый дешевый уже стоил 46 тысяч, а в любимом всем Аэрофлоте он уже стоил 72 тысячи. Угу. Поэтому те, кто приобретает билеты заблаговременно, получают вот такую разницу. И она существует во все сезоны. Вот сейчас менялся. Нет, понятно, что курс валют неким
Имеет значение. Имеет, да. Но не так глобально, как выросли по показаниям наших туроператоров цены. Потому что на самом деле... То есть они... вы думаете, они задрали их, ну вот условно, конечно, говоря, там, да? Да. Повысили больше, чем должны были? Мне кажется, да, потому что они все равно бронь на места, там, в туровые места, и они же все равно проплачивают заранее. Давайте объясним нашим слушателям, заранее. У них это уже все выкуплено. То есть они, ну, практически, да, уже оплатили это все, да, еще по старому рублю. Ну, конечно. Так. Но это не всегда получается, где-то предоплата 50%, угу, ну, какой-то есть баланс в этом деле. Но и это, в общем, вся такая же история, как с бензином и нефтью. Да? Нефть дорожает, у нас бензин дорожает, нефть дешевеет, у нас бензин дорожает. То же самое практически происходит с турпакетами и с авиационными билетами. Но да, авиабилеты, по крайней мере, пересчитываются раз в неделю по средам, насколько я помню. По вторникам. По вторникам, да, прошу прощения. То лучшее, если... время для покупки авиабилета — это вторник, 14 до 16 часов. Запоминайте, пожалуйста, наши слушатели, те, кто самостоятельно путешествует. Вторник с 14 до 16 часов по московскому времени. По московскому времени, да, это самое оптимальное время покупки авиабилета. Хорошо. Не надо покупать очень заранее, потому что многие, я уже не про лоукостеров говорю, а даже про... Регулярные компании, да, они акции проводят. За этим надо просто следить. Вот в Телеграм есть специальный канал даже такой, Travel Track называется, и там действительно вот постоянные вот эти... Это такой огромный мониторинг кто-то проводит, и там видно, вот за какие деньги можно реально купить билеты, угу, ну, чуть пораньше, да, и хотя есть и такие, как бы, горящие, да. Угу. Но они очень существенно отличаются по ценам от того, что вы там в поисковиках через Skyscanner или Mondoid, ну или другие сможете приобретать. Слушайте, надо будет, чтобы вы поделились этим телеграм-каналом. Прямо вот. Конечно, даже туристическую проблема. Программу надо сделать. Вот что я думаю. Юрий Львович, все-таки возвращаясь еще к стоимости путевок и тому, что люди не все любят путешествовать самостоятельно, туроператоры предупреждали нас после того, как рубль упал, о том, что вот есть ограниченное число туров, которые еще по старым ценам, а все остальное пойдет уже с оценкой. Вот сейчас люди, которые все-таки еще пытаются летом куда-то успеть уехать отдохнуть, сейчас бежать или лучше подождать, как вам кажется? Или лучше Я думаю, что улучшение резкого курса валют не произойдет. Там, угу, конечно, волатильность она существует, но это не только связано с курсом на международной бирже. Как мы видим, что сейчас там такой волатильности нет. Нефть достаточно стабильно на высокой цене. Угу. Нет, почему? Растет даже. А растет. 73,40 сегодня уже была бренд. Слово «стабильно», вот в моем понимании, нет, она растет, это значит, что, да, все хорошо. Нет, она растет даже в цене, а мы, как мы видим, что вот с курсом валют там не очень так увязано в этом случае. Это говорит о том, что какие-то есть... Иные факторы. Факторы, которые влияют на нашу экономику, да, в том числе, угу, наверное, санкции влияют или что-то другое. В общем, бежать или подождать? Сложно давать совет. Я думаю, что ждать большого разницы уже... Не будет. Уже. Понятно. Уже поздновато. Уже поздновато. Хорошо. Да. Еще одна тема тоже о встроенности России в глобальную мировую систему. 3 минуты у нас остается. Даже 2, наверное. Как вам кажется, та история, которая началась у нас после очередной порции санкций американских в отношении России и ответ, так скажем, нашей Государственной Думы в части запрета возможного поставок лекарств из Соединенных Штатов и стран союзников по антироссийским, да, санкциям. Это, конечно, очень... Насколько реально это все? Ну, это у нас вообще все реально. Кто мог там про многие другие санкции подумать, что они произойдут. Да? Слушайте, но лекарства это касается напрямую. Я вот, к сожалению, даже не представлял, уже людей. Когда это прозвучало, я узнал, что оказывается 27% лекарственных препаратов в объеме реализуемых в Российской Федерации составляют американские препараты. Не говоря о том, что там есть часть препаратов, которые для, ну, при особо тяжелых, угу, и отсутствующих аналогах. Хотя, вроде бы, глава... Отсутствующие думала, аналоги обещают оставить. Ну, да, ну там где-то порядка 90 препаратов всего. Да. Но остальной объем это же достаточно высокий. Там проблема, поэтому... Юрий Львович, в том, как пишут сами люди, страдающие какими-то там серьезными заболеваниями. Да, так это, смотрите, речь только идет об американских, вот я цифры назвал, угу, препаратах. А есть еще европейские. Еще европейские, есть международные концерны. Да, то это...
может ударить очень сильно. Люди что-то могут сделать с этой ситуацией? Ну, то есть вот сейчас я вижу огромное совершенно количество в социальных сетях постов и от медиков, от руководителей благотворительных фондов. Прям вот крик души реально, что что вы делаете, не смеете, не трогайте. Если эти люди все сейчас объединятся, то есть петицию, я так понимаю, бесполезно подписывать. Вот. Но если они сейчас все объединятся и завалят, не знаю, там, Государственную Думу какими-то письмами с призывом все-таки остановиться, это реально? Ну, я не очень вижу. Вы не верите? А в то, что, запретят лекарства? Все-таки вот вероятность. Пока тоже не уверен. Пока не уверена. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, был у нас в особом мнении. Я, Анна Лапшина, хотела с вами попрощаться, но, тем не менее, Юрий Львович, все-таки задам вам вопрос от слушателя. Есть, да. Вы депутат со стажем, спрашивает Василий. Как, по вашему мнению, можно определить эффективность того или иного депутата? По какому критерию определить, что вот этот работает, а этот, условно говоря, протирает штаны? Есть один критерий, он во всем мире существует. Если депутата переизбирает на следующий срок, значит, он работает эффективно. На все эти отчеты и все остальное, что прикладывается при нашей такой системе как бы деятельности депутата, для меня это нонсенс. Вот, выбирают его дальше, значит, он работал эффективно. Не выбирают, значит, он работал плохо. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, отвечает на вопрос нашего слушателя Василия на нашем сайте hakirova.ru. Вот теперь мы, наконец, все-таки прощаемся. Я благодарю гостя. До свидания и спасибо. До свидания. Спасибо всем. Особое мнение на 101 FM.